Есть чем гордиться. 100 баллов по ЕГЭ получили два первоуральских выпускника. Каждый у учеников 4-й школы Алексея Быкова и Михаила Мамонова максимальные результаты по информатике и химии. 100% результат по информатике первоуральские школьники демонстрируют уже третий год подряд. А вот химия – редкий случай. Последний раз в Первоуральске на 100 баллов ее сдал всего один выпускник 3 года назад. Педагоги надеются, что 100 бальников в городе будет больше. Окончательные итоги ЕГЭ еще не подведены. Выпускники ждут результаты по физике, обществознанию и еще ряду предметов. Хорошие результаты первоуральские школьники в этом году показали по русскому языку и математике. Базовую часть, например, 90% написали на 4,5. В 2018 в нашем городе выпускается 590 учеников, из них 51 с медалью.